Поэтому мы их не видим. Кто не знал. Ебать, биолог. Все, я иду на Б. Да. Я иду на точку, которую мне показал мой молодой человек. Мой молодой человек хорошо играет в Counter-Strike. Он знает, куда нужно вставать. Там спольчик встает. Блять, это пиздец. What the fuck? Пиздец. Вообще никого не убила. Вообще никого не убила. Это Милана, которая вернулась у меня только недавно. Это Наташа. Она ростом такая, как ты. Ебать там Наташи, блять. Ебануться там Наташи, блядь! А ну я сам посмотрю на этих Наташ, блядь! Ебануться! Вот это мне нравится. Это София, ей 14. Ой, ой-ой-ой, не нравится. Ну, я рад, что он... На-на-на-на-на-на. Вот это попал! Вот это попал! Шучу. Не понял. Новая прическа? Что у него на голове? Мне нравится охуенно. Она высокая какая-то, как у этого. Арнольд! Он покрасился, что ли? Да, у нас не очень хорошая связь. Подвисает немножко. Но давайте попробуем все-таки еще раз. Ваш комментарий, ваша реакция. Нет, коллеги, давайте. Ну, да я ебал рот! Да я не могу убить, ебало, в рот, нахуй! Осуждаю агрессивное поведение, кстати. Так, здорово, душман, сколько зим. Здорово! Привет! Привет! Как дела? Хорошо? Человек, который он пугает... у меня паническую атаку да, вызывает, него... переключил, пожалуйста. А вот специально ставили скрин, потому что Марков так боится. Ну переключи, я боюсь, правда. Я не говорю, что он какой-то плохой. Просто у меня паническая атака, когда я его вижу. Не ной. Правда, я не понимаю, почему. Мне страшно, когда он смотрит. Или что? На меня все имущество переведи, да и все. Че, долбоёб? Чё, я тебе не предам. Смотри на мои честные глаза. Что за игра? Ебанашка, блядь. Не поможете? Очнулся! А нахуя? Опять. Новичком отравили. Дор, пикинг дор. Извините. Блин, мне вообще у этого типа атмосфера очень нравится. Там задний фон пиздатый. И вообще очень уютно в стримах, да? Ну типа реально заморочился и дохуя времени потратил на это все. Пиздато очень, красава. Я буду делиться впечатлениями на полной скорости. Короче, если вы хотите срать, вот реально, и не можете просраться. Насрите мне на лицо. Вот этот аппарат на максимум. Вам... А я обычно такие аппараты хуем встаю к резинке, чтобы мне типа хуй надрать. Вот сейчас я не хочу какать, но если бы хотел, я бы сейчас прям всю вот эту, весь этот аппарат выкачал, потому что не так жопу встанавливать. Летает стейк тартарку с утра. Ебать ты, блядь. Чё? Ебать ты, нахуй, как это... Как эти вот маленькие пиздечки лягушек называются? Головастики. Головастик, блядь. Так, блядь, я просто без эффекта так... Ну, а чё вы теперь меня, ну, не будете со мной общаться и меня общать? Я нет, не буду. Вы теперь дружить не будете со мной из-за того, что... Я не буду, не. Ну, я такой родился. В этой больнице собрались все... Да, ты посмотрите, я не была на стриме. В этой больнице собрались все бабушки города. Я, короче, поднимаюсь на третий этаж к врачу, который должен был меня мять. Я смотрю напротив кабинет. Напротив того кабинета, куда мне нужен кабинет, и там такая огромная красная табличка. Вакцинация COVID-19. И я понимаю, что вокруг меня стоит людей 100, вот просто даже меньше, чем метры. Я такой, блядь. Чего? Захожу к врачу. Такой весь на панике, блядь, меня уже затрясло нахуй.
Захожу к врачу, говорю, типа, дядь, а ты чё, ковидники? Он говорит, ну да, блядь, вакцинацию уже делают, нахуй. Вакцину делают не тем, кто болеет коронавирусом. Может, я секрет для тебя открою, Марк? Я думаю, ёбаный рот, типа, ну, это пиздец. Вот, он мне, ну, он мне руки обработал антисептиком, говорит, ну, типа, сразу, блядь, вот тебе вот это обработал руки антисептиком, блядь. Ну, надеюсь, все хорошо будет, но заметила, у меня что я 3 дня последний кашлял. Больница появилась, ну, конечно, не хочу себе это накручивать, но похуй, все будет хорошо. О, акула. Ты не знаешь, что акула звучит как-то по-рэперски? Ну и даже не знаешь, это себе не рэперша была, а какая-то вот девчуля. Почему просто скипнуть ее? Девчуля, которая, знаешь, с рэперами тусуется, ее все назвали акула. Где акула? Да сейчас подъедет. Я, кстати, рэпер, не звучит по-рэперски, нет? Не, как вот это, типа за остановку. Акула подъедет. Акула, где акула? Да, она уехала. Ебать, еблан, блядь. Йо, здорово, Кент! Ебать, тут переход на трассе, бро. Кентук, сорян. Ух ты, незнакомочка какая. Как тебя зовут? Ева. Евочка? Ну и пошла в пизду. Каравай! Бэтбой. Ой. Ой. Давай, в картон потуши, а в картон же тушится. Ой. Заникалова, это 2 часа жесткой промывки мозгов. Ну уж простите, что из туалета, но, честно говоря, тут просто неоткуда больше записать. Только великий лидер — это тоже победа. И там так это показано, что, знаете, что типа вот ты... Простите за эти звуки. The outside is a dangerous world. Что за ночь? Outside is a dangerous world. Тут эта дверь опасная. Oh my god. А чья это собачка? Было бы у меня 2 банана, миссия была бы гораздо легче. Ты уже настолько... А, типа, подскользнуться? Я буду властно стоять, как бы, в центре лестницы и наблюдать за твоей чертовой смертью. Моя? Грёбаный Маркус Стювенсант! Да! Переоденься в его костюм. А я вот этими буду делать. Ну, спортзал все время такая музыка. Вот мой вес. А я свой вес еще не забрал. Нахуй ты вообще на моем аккаунте играешь? Да это мой аккаунт, блядь. Ты в нем вообще в эпике ни в одну игру, сука, не играешь, блядь. Слышь, тупорылая пизда, я сколько игр туда перепокупал. Зайди вот, посмотри, библиотека, нахуй. Assassin's Creed Valhalla ты покупала! Beyond Two Souls ты покупала! Fortnite, говно! Heavy Rain, блять! Red Dead Redemption! Redemption! Короче, давайте я сейчас скажу строчки для следующего трека, ты оценишь. Да, давай. И я как Томас Шелби, и с грустью так ушел бы, и пусть меня никто не нашел бы. Как тебе? Алло. Нормально, не? Что мы записываем? Я махну головой. Hello, guys, my name is Artur. I'm old 25 years. My parameters 183 килограмма. And... ой, блядь, не то. Давай обратно. Давай нахуй, не отправляем это, блядь. Господи, ужас какой. Ну как так-то? Ну как обидно? Я первую игру на потничах вытаскиваю. И дальше просто... Алиса, расскажи анекдот. Алиса, расскажи анекдот. Мать 11 детей заявила, что до полной коллекции ей не хватает только Водолея. С твоими хабалками общаться, да, где-то там?
Боже, это полиция! Это полиция, у меня нет оружия! Все? В плане себя, мне кажется, я был бы рад, если бы мне лего подарили, потому что мне никогда не дарили, даже когда я пятиком был, мне никогда не дарили лего. Мне кажется, если бы мне подарили лего, я был бы рад. Потому что ты еще тратишь время, думаешь о... Нет, я не могу это не прокомментировать. А что стало с девушкой Хурмы? Она же очень адекватная, хорошая девочка была. Может быть, это какой-то проигрыш? Просто кто помнит девушку Хурмы? Я никогда ее не смотрела, я не знаю, её, какая она была, хорошая или нехорошая, типа... Я не знаю. Проебала спор просто, я к ней захожу уже неделю где-то на стрим и вижу одно и то же. Типа, ладно. О том, типа, пиздец. Ты вспоминаешь этого человека, который тебе подарил, думаешь, блин, какой же он еблан, такой сложный хуй подарил. Постоянно вспоминаешь его теплыми словами, в кавычках, блядь. Шевченко, Д'Антона, Роналдиньо, Роналдо, Ромарио, Ривалдо, Рубиньо, Рамирес, Кака, Факао, Фрэнк Рибери. Блять, встань. Are you doing this? Давай. Блять, что нахуй? А материться-то нельзя, все, с первого. Да похуй. Гнида, блять, уебище, вонючее дерьмо, сраное говно, ебланское дерьмо, ебучее. Весело, блять. Ты че на меня рычишь? Весело тебе, скажи. Можно меня отвалить или что, это настроение решил еще подпортить? Осудить? Дерьмо, ебаное, что, вонючее дерьмо, нахуй. Маджин, ты че запретили полностью? Ты что-то говорила по этому поводу хоть раз? Чат, кто сколько дрочит в день? Мне просто интересно. А ведь реально, ну, когда ты дрочишь, я это делаю исключительно перед сном, потому что я знаю, если я это делаю не перед сном, то ГГ. ГГ всем моим вот этим вот там планам, делам, залам, стримам, знаете. Поэтому Аня такая вяленькая сегодня сидит. Мне что-то про тебя сказать, или мы опустим эту тему и просто дальше будем смотреть нарезку? Я не сижу вялый. Ебать! Чё нахуй? Что, блядь? Я у ПЭШГа насмотрел всё, и это пиздец. Чё нахуй? Я чека всегда не стих. Ты что, ебанутая? Блин, вот эти бородки у меня просто. Вот тогда в Москве у Дузала тут была, но это. Бля, вообще... как козел ебаный, ходила, блядь. Вот эти вот мальчики, вот это вот одно, вот это. Знаешь, козлик. Я кто ничего не имею против Данжер Лехи вообще, но вот это вот, ну уберите это. Знаешь, это Дузаут как козел, который от стада отбился, блядь. Тут, у тебя Дузаут, это твоя больная тема, поле. Ты ебанулась, ты сама мне в пример приводишь, да, блядь, и я ее развиваю дальше. Причем тут я тебе не к тому, что. В смысле, при чем ты говоришь, Дузаут, блядь, у я него продолжаю. Такая же бородка была, и мы над ним ровно, чтобы он ее сбрил нафиг, он ее на следующий день сбрил. Вот это вот козлиная штучка, это ужас просто вообще. Блять, я игру сломал нахуй. Все. Мне не нравится. Если борода, то борода. Потому что я хороший. Блять, ну это бред, столько кинуть боевых. Ой, сори, брат. Обидел его? Да я не хотела. Я ебу нахуй. Простите, пожалуйста, у кого козлиная борода. Ты попал под дым. Это Friendly Fire, огонь по своим. Пацаны, не обижайтесь, я любя. Идет цунами, нахуй, сносит дома, я с прокладкой стою. Хуяки цунами у прокладку все упитывает. Я такой, ебануться, теперь ты не потечешь, пуси. Слушай, классная идея вообще для рекламы, типа, ну, прокладок. Потому что, типа, вот реально цунами, когда, и, типа, их прокладка все тупо впитывает. Можно забивать. Под штанги мяч отскакивает, забивай. Бля, просто на коляске, блядь. Бля, просто на коляске, блядь. Я не понимаю, вот сейчас ты сидишь, ты улыбаешься? Улыбнись, понял? Ты очень красивый.
Ты! Улыбнись! Я тебя знаю. Давай так. Улыбайся! 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 Just don't die on me. They always take you. Ебать, прилетело. Неприличным. Сейчас его встретить ты чё вообще? Практически невозможно. Что рассказываешь? О Томми Хилфиге... Глейд, блядь, лазурная волна и магнолия, блядь, ты чё нахуй? Ванус, побрызгай, ещё приятно, блядь, говорят. Блядь, вот это будет. Запах реальный, блядь, мужской силы и пенетрации, блядь, рассказчик-то ёбаный нахуй. Что я хотела вам рассказать? Я послушала. Вот все, кто написал в чат ахаха, те когда-то раз в жизни ванну себе брызгали освежителем, как и я. Щипит пиздец. Да, я прослушала все. Там ничего интересного. Он что-то говорил. Так, по-моему, сейчас уже на нормальных компьютерах даже дисководов нет. Я даже не в курсе. Хоум диски, блядь. Что? Какой нахуй диск? Ебанулся. А он ей написал, я бы с удовольствием познакомился с тобой на диске, она подумала, что он про дисковод. Это существительность неправильная множественная формы. Образована от слова man, не man, мужики, a man че. Извини, я знаю, что я хуйлан. Дружище, если я сказал ladies and gentlemen, значит ladies and gentlemen. Если я сказал ladies and gentlemen, значит ladies и gentlemen. Если я сказал gentlemen, значит gentlemen. Я случайно его подобрал, говорю. Лицензия есть на оружие? Нет у меня лицензии. Это банда Индианыча? Мы задержаны по статье 218, пункт 1. Вы имеете право снять молчание, все, что вы скажете, может, это будет использовано против вас в суде, ваш адвокат может присутствовать. Если у вас нет средств адвоката, штат могу предоставить. Также иметь право на один телефонный звонок. Вам понятны ваши права? Мне похуй, давай. Повторю еще раз, вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может, это будет использовано. Вот знаете, это просто я зашла в GTA, реально. Мне похуй! Просто пиздец. Это парень Михалина? Человек написал, типа за стула начали ропать. Ну хотя бы тут все. Все потому, что ты ее драл на этом стуле. Oh, that's so.